Информация о том, что любителям-рыболовам необходимы специальные удостоверения, является фейковой. Об этом говорили сегодня на совещании в территориальном управлении Росрыболовства. Обсудили закон, который вступил в силу с 1 января. В документе прописаны суточные нормы для любителей-рыболовов. На юге Тюменской области 5 килограммов. Это может быть щука, судак, лещ, ясь и карась. А вот раков может быть не более 2 килограммов. По большому счету, для добросовестных рыбаков, которые не нарушают правила рыболовства, с 1 января ничего не поменялось. Единственное, что когда рыбак идет на рыбалку, все-таки он должен хотя бы основные моменты правил рыболовства изучить. То есть изучить орудия лова, которыми можно рыбачить, изучить периоды, места, где можно рыбачить, виды рыб, которые можно ловить и которые нельзя ловить.